Стуком клюшками по льду хоккеисты приветствуют друг друга. На ледовой площадке ФОК «Новатор» первенство Московской области по хоккею шайбой среди коллективов физической культуры. В четвертом туре команда из «Химок» 2014-2015 года рождения дома принимает принципиального соперника – «Металлист» из Королева. Традиционное построение, гимн, общение капитанов с судьей и первое вбрасывание шайбы. Хоккеисты из «Химок» уверенно начали матч с прессинга соперника. Ну, давай, кидай! Но уже в первой четверти нарвались на контратаки и пропустили две безответные шайбы. Заряженные командным кличем и поддержкой трибун, хоккеисты из «Химок» во второй четверти сумели отыграть одну шайбу и не пропустить. Не бегай один шайбу. Надо сделать все так, играть через пар. Корректировка тактики по ходу игры от главного тренера «Металлиста» сработала. Его подопечные в решающем третьем периоде смогли забросить три шайбы, на что «Химки» смогли ответить лишь единственным взятием ворот. Итоговый счет 3-7 в пользу гостей и перемещение на первое место в турнирной таблице. ФОК «Новатор» открылся 3 года назад. Там многие ребята пришли с улицы. У нас участвуют 4 возрастные категории. Ребята регулярно занимаются спортом. Уже, да, приходит много маленьких детей. Поэтому мы уже стремимся показывать какие-то хорошие результаты и попадать в призеры, и ездить на финалы «Золотой шайбы». По итогам 4 туров команда из «Химок» занимает 2-е место в турнирной таблице. Следующая игра пройдет 10 ноября. Юные химкинские хоккеисты встретятся с ровесниками из «Сергиева Посада». Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.